Они затапливают дворовую территорию, новый асфальт. Асфальт затапливают. Да. А может, везде нет? Примерно есть. Захарова, перекресток с Ленина, пешеходный переход, но он постоянно уходит. Где стоял случай, когда большие осадки, когда не справляется организация. Соответственно, в эти моменты мы отслеживаем, с ними работаем. По ходу проектирования ливнем этот вопрос принимается, но в дальнейшем, когда дороги проектируются, будет учитывать. Независимо от того, будет что дворовая территория или дорога, улица городская, на нем луж быть не должно. Правильно? Да. Вот если у вас есть факты таких нарушений, передавайте их в прокуратуру. Роман Викторович, еще вопрос. Смотрели сегодня строительство культурного центра. Забыли мы, наверное, напомнить. Транспортная доступность. Там нет остановок. Построен уже новый микрорайон. И сколько объектов, видите, сами строятся. Но вот сейчас конкурсы идут новые по транспорту. Но новых как бы маршрутов нет, они не разработаны. Хотя вот как надо вот этот вопрос. Мы с вами там говорили на тему того, чтобы был безопасный подход к нему. Надо посмотреть с точки зрения, чтобы общественный транспорт должен быть так, где полная прожать. У нас там большое количество детей. Понимаете,